тут ваши бутылочки. Что это? Маша, давай поиграем в Бейблейды. Нет. Маша, ну Бейблейды же круче, чем Ловы. В 100 раз, нет, в 1000 раз. Интересно, чем они лучше? Ну смотри, в Бейблейды можно играть одному и с компанией. Ой, удивил, но в Ловы же тоже можно играть с компанией. Давай научу, бери куколку Лол. Маша, слушай дальше. Когда играешь в Бейблейд, есть азарт, соревнование. А с твоими Лол какое соревнование? Кто быстрее плюнет или сделает пипи? Нет, можно соревноваться, кто быстрее делит куклу. Хочешь попробовать? Да разве это соревнование? Вот когда играешь в Бейблейд, ты чувствуешь, что ты еще станешь победителем. Так что Бейблейда лучше, Лол, будешь играть? Ах так? Тогда я тебе докажу, что Лолы лучше, и ты будешь у меня еще выпрашивать. Мне до твоих Лолов нет дела. Сегодня выбрать. Возьму я Рактовора и Вайфрона. 3, 2, 1, все. Так, интересно, кто же выиграет? Наверное, Вайфрон, потому что он сильнее Рактовора. Вайфрон его пужляет, а он стоит на месте. И кто же? Одинаково! Тима, посмотри, что у меня есть! Это специальный лол для мальчиков. Ой, Маш, там обычная кукла, не придумывай. Тима, а вдруг там какой-то необычный сюрприз? Для мальчиков. Давай откроем. Ладно, я тебе помогу открыть. Но больше никаких лолов. Че я согласился на этот лол? 100% там какая-то девчачья игрушка. Где тут открывать? А, вот какая-то змейка. Посмотрим. Ох, что там такое лежит? Что это здесь внутри? На лол это точно не похоже. Открывай скорей. Мне уже самому интересно. Так, и что это? Держалка. Запускалка. Жалко, запускалка. Это же Бейблейд! Я никогда не видел такого лола. Ухо, какой наконечник. Это саламандра! Маша, это что-то! А я тебе говорила, а что это за Бейблейд? Это саламандра, типа баланса. Его можно переключать на атаку и защиту. Силовой диск у него под номером 12, как у Вольтрека Виллинга. А наконечник у саламандры шариковый, как у Феникса и Вайфрона. Маша, помоги мне сразить саламандру. Ну ладно. 3, 2, 1, вперед! Давай, Вайфрон, победи! Ну и кто же? Давай, давай! Оказывается, Вайфрон сильнее саламандры! Но все равно мне такие лолы нравятся!
распаковывать. О-оу! Ребята, а вы догадались, как попал Бейблэйд в капсулу Лол? Напишите в комментариях. Нравится видео? Подписывайтесь на канал.